ошибку полицейского, знаешь? Мы все-таки их победили. Мы будем почаще выезжать и выявлять вот таких вот чмошников. Что мы тут делаем? Ну я вижу, как вы несете. За что вы тут останавливаете? А можно увидеть эту ориентировку? В письменном виде. Женщина пропала и молодой пропал. Ну в письменном виде она должна быть. В письменном виде нет. Какая ориентировка? Женщина пропала. А при чем тут машина? Потому что она уехала на машине, сказали. Это вы сразу придумаете на ходу? Нет, ориентировка. Любовь посвященная. Я как знал, что тут можно вас найти. Малышка Руслан Александрович, есть такое. Сапогин Олег Сергеевич. Давайте я с вами помогу вам найти женщину, которая пропала. Надо же полиции помогать. Давайте, поможете. Давайте. Это есть информация в группе. В нашей группе, во-вторых, да, общедоступная. Ладно, скажите, пожалуйста, а что у вас с обувью? А что не так? А что 718 приказ говорит? А что не так? Ну, 718 приказ вы знаете? Так а что не так? Ну, оно не соответствует от настрою. Почему? Ну, вы читали 718? Так, а что не соответствует? Ну, какая там должна быть форменная обувь? А в чем не соответствует? Вы смеетесь с меня? Да нет, это вопрос, чем не соответствует? Вы сказали, не соответствует. Смотрите, вот рубашка ваша вот подходит по фирменному обуви. Да. Брюки так себе. Но у вас вообще Nike кожаные. И что теперь? Они черные? Черные. Кремленые? Кремленые. В чем проблема? В смысле кремленые? Вы хорошо читали 718 приказ? Фирмен, который выдали, никуда. Смотрите, вам выдадут кепку. А ну вам нравится фирма Nike? Нет, вы будете в Nike ходить, говорю, правильно? У меня же никаких этих нету. В смысле? В этих, которые выдали, жарко. Ну вы понимаете, что вы его нарушаете? Вы понимаете, какой должен быть форменный одя? Ну, вот черного цвета, все это. Вам завтра скажут, бежите босиком. Вы побежите босиком? Ну, нет. Это уже игра слов. Ну зачем? В смысле? Ну это игра слов. Ну в смысле? Ну вы водителя просите документы, предъявите согласно 2.4, 2.1. Просите? Ну. А он вас спрашивает, на основании чего я должен предъявлять? Ну вот у вас уже есть вот что-то такое, подозрение. Ну. Если водитель отказывается, что вы делаете? Вы его привлекаете к ответственности. Вот и в вашем случае, получается, вы несете только дисциплинарную ответственность. Вы нарушаете однострой 718 приказ, а именно у вас не відповідає формена обувь той обуви, которая должна быть. Что заменим? Да не заменим, это сразу жалоба летит, сразу же, моментально. Вот смотрите, у вас даже фирма здесь, не полиция написана. Я же говорю, в тех жарко. У вас, да там не написано, жарко, не жарко. Ладно, давайте, к службе приступаем, несем службу. Это у нас какой? Змеевской район. Змеевской район. Несем с полицейскими службу. Сейчас будем максимально выделять время для поиска... Кого? Женщины, да? Да. С ребенком? Нет, без ребенка. Так вы сказали, с ребенком. Не, я говорю такого. Да? Ну ладно, пересмотрим видео. Давайте будем сейчас всех останавливать, задавать вопросы. Согласно какой статье мы будем останавливать? 35-я, пункт 5. Для пытывания водителя. Хорошо, ориентировка у вас есть? А. Нет, ну я телефон не могу. Нет, показать. Телефон. Не, просто я могу показать. Если... Не, мне не надо. Смотри, мы же в рамках закона действуем. Я могу показать, и не в, как, в бумажном виде уже как бы отходим от бумаг. Потому что 21-й... Кто такое сказал? Вот, оно есть. Но у нас есть как бы даже общедоступная информация. В группе «Послушай на Змеев» есть, что женщина сегодня ночью пропала. Группа не есть причина остановки. А знаете, для чего вы тут стоите? Для чего? Ну, чтобы понюхать. Это входит в наши служебные обязанности? Понюхать? Функциональные обязанности. Понюхать? Не понюхать. С целью выявления водителей в алкогольном опьянении? Это входит в наши функциональные обязанности.
В каких случаях? Согласно 23 статье закона о криминальной полиции входит? Входит. То есть мы не... 23 статья закона о полиции, вы ее прочитайте внимательно. Мне эту дичь уже втирали по поводу 23 статьи закона о полиции. Там, где написано, права наши, правильно? А превентивные заходы? 31 статья закона о полиции. Это часть 2. Да, вы ее читали? 35. Ну давайте, я сейчас посмотрю, ваш интересно это как. Я даже мешать не буду. Так, что не так сказал? Я мешать даже не буду. Не согласен, а я потом вам все объясню. Давайте, считайте, что меня здесь нет. Вот как вы были вдвоем, вы так и есть. Все, забудьте про меня, меня здесь нету. Мы должны сейчас останавливать всех. Я так понимаю. Правильно? Всех должны останавливать. Вы на меня не отвлекайтесь, пожалуйста. А как я могу не отвлекаться, когда... Смотрите, вот едет машина, есть подозрение, что она может причастна к тому, что она видела, или он видел, что куда-то она... Как я могу не отвлекаться, когда вы стоите сзади меня и... Как я сзади? Ну давайте я на расстояние отойду. Вот так устроит вас? Ну так, на расстояние. А у вас без вариков. Если вы сейчас уедете, я ж присяду вам на хвост и до самой смены. И мне не жалко будет того топлива. Люди мне помогут. Хорошо, вы выбрали местечко такое тихое. Камер нету наблюдения. Правильно ж, нету? Нету. 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 О, отлично. О, вообще великолепно. Так можно запрос сделать. Кого вы там останавливали и что вы тут проверяли? Ну там, у меня проблем, не переживайте, у меня проблем нет. А? Угрозы какие-то, вот, угрозы. Сделайте, конечно. Вы знаете, что такое угроза? Конечно знаю. Это когда в вашей жизни кто-то угрожает. В вашей жизни кто-то угрожает на данный момент? На данный момент. Чего постоянно вы пытаетесь инкриминировать 345-ю? Ничего мне не инкриминировать. Вы забудьте, запомните, когда вам угроза поступает, вы даже не можете табельное оружие применить, потому что у вас в голове какая-то каша варится. Понимаете? Вы только можете слабых обидеть. Дедушку, бабушку. Вот это вы можете. Или просто обычного водителя. Давайте он... Что сказали? Да у меня еще, поверьте, у меня еще... Как ваши коллеги говорят, у тебя же словесный запас закон? Нет, у меня он не заканчивается. Вы же пока не выявляете у меня агрессию и все. Вы просто начинаете петлять. Какие я вам сказал, как у вас есть. Вы сказали, что надо там пойти понюхать. Ну, как бы. Я же как бы разговаривал не придираюсь слова. Я же говорю, если что-то незаконное, ну, это входит даже в солидарность, входит. То есть в том числе и это. Ну, скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, в 35-й статье какой пункт у нас позволяет для остановки понюхать. Я же не сказал, что мы согласно этой статье останавливаем. Я сказал, для чего мы тут останавливаем. Вы 35-ю читали? Да. Как там опытывание ОСИ проходит? Там не написано, как проходит. Как должно проходить? Там написано, с какой целью проводится. Ну и под шумок вы заодно и документики проверите, и страховочку проверите. Посмотрите, вы уже со мной стоите, вы время очень много теряете. Вы сейчас можете помочь человеку. Не отвлекайтесь на меня. Если вы переживаете, что я сзади вас стоять, я не буду. Я вот на расстоянии. Ваш коллега вас будет прикрывать. А то вы так бодренько стояли, всех тормозили. Я ж забыл, сегодня выходной. А на Коробовых хуторах идет пати. А почему бы и нет? А может сейчас фартанет, джекпот будет. Так не надо вообще выявлять, да? Людей, которые... Скажите, пожалуйста, что вы сделали для того, чтобы законы сделали так, чтобы к вам нельзя было прицепиться? А мы законы не делаем. Что вы сделали для того, чтобы законы переписали под вас? Мы не делаем. А почему вы не делаете? Вот смотрите, если бы закон был бы по поводу пьянки, к сожалению, я бы не смог ничего вам сказать даже. Ну, потому что вы являете там, с такого-то по такого-то период. Мы, слава богу, это отбили. Мы понимаем. Смотрите, вот сейчас едет джекпот какой-то, такой кушевой. Тысяч... Где-то на 30. А может он лишенник. Сразу джекпот.
Сразу джекпот. Вы, пожалуйста, на меня не отвлекайтесь. Пожалуйста. Вы уже в группу написали, что я уже здесь? Да. Красавчик, молодец. Оперативно работаете. Фотку сделали? Нашу? Да. Зачем? Обычно же делают фотку. Есть в этом необходимость? Ну, для кого-то есть. Вот, мне кажется, вот здесь и есть кто-то такой. Ладно, мужики, все, я вам не мешаю. Я сейчас прокомментирую. Вы работайте, не отвлекайтесь на меня. Друзья, ну вот в очередной раз подтверждение того, что как работает полиция и что они говорят на камеру. Так, свет вот так вот будет лучше. Естественно, когда я приехал, уже у них работа стала. Но брехать они умеют нормально. Выдумать разные истории. Что мы делаем, как мы. Просто же говорю, даже им не мешаю. Говорю, работайте, выявляйте. Выявите, молодцы. Не выявите, ну, к сожалению, вот так. А знаете почему? Потому что я человеку подскажу, что незаконная остановка может тоже повлиять на дисциплинарное взыскание. Мы сейчас посмотрим, что дальше будет проходить. Хотелось бы, чтобы вы поняли, что у нас действительно есть реальная ориентировка, которая... Я вам не мешаю. Вы только что на камеру, что брехать умеет там сразу. Да, брехать. Я говорю, есть ориентировка, ну, есть и в группах написано. Послушайте. Это, да. Это, то есть я не брехал. То, что я сказал, что я сбрехал, вы можете написать на меня жалобу. Зачем соответствующий я с вами орган. Разговариваю. Вы мне говорите, я с вами я тоже веду говорю, диалог. Мы не брешем. Не так все, не... чего вы? Если вы не брешете, действуйте. А я вам потом подскажу, какие у вас были ошибки. Вы смотрите, меня здесь нету. Вы переживаете, что я сзади стою. Я отошел. Берите, действуйте. Смотрите, мы уже сколько машин профилонили. Ну вы же все равно уже попались, ну вы же понимаете, что вообще происходит. Ну зачем? Люди уже все знают прекрасно и так. Правда? А что происходит? Ну. Что происходит? Наверное, интернет не смотрите. Смотрю вы что. Смотрите интернет? Конечно. Так что происходит? Скажите, какие что комментарии происходит? Пишут о полиции? Что полиция с народом? Это мнение, как бы, отдельной части людей. Но... Отдельная люди часть. Люди по-другому. Что полиция с народом? Да при милиции так не творила, милиция, вернее, не творила такое, как начала творить полиция. Чудеса. Людей уже знаете, сколько погибло из-за сотрудников полиции за их халатности? Очень много. Даже во времена ГАИ, во времена милиции такого не было. Да, были негодяи. Были вопросы? Немножечко как бы, с тех времен поменялось. В лучшую сторону? Какие-то, нет, поменялись какие-то нормативные акты, которые вот все. Поэтому где-то действительно где-то урезают полномочия, вот кого-то добавляют. Ладно, права, ребят, не отвлекайтесь от меня, ну на меня, пожалуйста. Я здесь. Да не надо говорить, ну все, привет, все, привет, все, привет, все привет, хорошо. Все. В комментариях напишите, что я неправильно сказал. Я не умею говорить комментарии. Ладно, мужики, ну не отвлекайтесь, что вы ко мне пристали? Вон, почитайте, напарник говорит, что делать надо. Ну да, покажи. Да не надо мне. Чего? Нет, чего? У меня это ничего. Есть ориентировка. У меня эта ориентировка есть. Все, действуйте согласно. Вот так будете показывать, даже адвокату показывайте. Смотрите, я вас остановил. Вот согласно, мне на телефон что-то пришло. А что пришло, я не знаю. Нет, это не на телефон пришло. Можешь позвонить, даже вот по... Даже на 102 позвонить или там дежурную часть, или это, и спросить, есть такое или нет. У вас есть наказ сегодняшним числом о том, что введено мероприятие, а именно... А по такому поводу могут и не вводиться мероприятия. Да вы что говорите? Может и не вводиться, да. Угу. Может и не. Это мне не надо рассказывать. Я внутренние ваши приказы очень хорошо знаю. У меня целый чемодан их. Что вам можно, что вам нельзя. Поэтому я вас прошу, не отвлекайте, все, забудьте, меня здесь нету. Я понимаю, мой дух присутствует рядом, но верите, я с народом. Я предоставляю, я как лицо народа. Не каждый человек может подойти к вам свободно, он вас боится. Боится мало ли, что вы... Не согласен. Вы считаете себя, что вы один такой?
Нет. Может подойти? Нет, я считаю себя одним, который с народом, действительно. Там пишут, что я за бабки, ну это ложь и провокация. Если бы я был бы за бабки, как вы думаете, ездил бы я на этом чарлике? Думаю, нет, правильно? Что, рассуждать? Ну вот. Чужой жизни. Просто, ну, так, а при чем? А вот вы как раз ездите на нормальных тазах. Каждый полицейский может себе позволить нормальную иномарку. Нормально одеваться, все такое. А я не могу, потому что все для людей. Называется генерализация частных случаев. Когда по одному, там, двум-трем человекам говорят о тысяче. Берут, там, например, видят, там кто-то одевается, кто-то меняет машину. У каждого своя жизнь. А говорят, а про всех сразу говорят, значит все так делают. Вы хотите сказать, что вы ездите электричкой на работу? Нет. Да ни один гунпэшник не ездит электричкой. Это еще ездит, было... Ездит? Да, ну это такое редкость, это молодой может быть. Даже УППщики ходят пешком и в метро ездят. Вот это нормально. Ладно, ребят, давайте, все, не отвлекаемся, дубль 2, поехали. Но вам не придется уезжать, потому что мы... Вы понимаете, что вы, получается, обманули меня, если вы уедете? Вы даже не работаете. Это что, как так получается? Сперва у вас была ориентировка, а потом бац... Это означает, я вам сейчас потом в конце скажу, что это означает. Я понимаю, что вы не ожидали меня увидеть здесь и еще, и в такое время. Ну не ожидали, я понимаю. Ну, а что сделаешь? Когда было раньше много времени, я мог выезжать, кататься. На данный момент времени в обрез. В редких случаях. Я еще машину змею часто езжаю. Часто, очень часто. А вы думаете, я один на ней езжу? Нет, конкретно вас за рулем. Конкретно. Конкретно меня? То у меня машина затонирована. Даже где-то вот не по трассе, а где-то вот. У меня машина затонирована, меня не могут видеть за рулем. Вот если бы вы сказали, что она как в аквариуме, вопросов нет. Ну, может быть. А если меня видят на этой машине, это плохо или хорошо? Нет, просто сказали... Я что, я призрак какой-то? Нет, сказали, что редко нет времени, а я говорю, что говорят, что часто видят машину. Часто? Это сколько? Да. Это сколько примерно? Ну, в месяц регулярно. Причем, в месяц? Причем не на трассе, а где-то вот из трассы сворачивают, где-то там вообще в поселочной дороге куда-то, даже в жилые сектора куда-то. Ну я же, наверное, что-то знаю. Ну я же ничего не говорю, я просто... Я что-то знаю. Да. То есть время как бы есть. Нет, времени у меня нету. Нету. И меня нельзя увидеть 2-3 раза в месяц. Даже больше. Но машина здесь больше не будет. Да еще раз объясняю. Меня нельзя так увидеть. Если у вас есть опровержение, покажите мне. Нет, я ничего не собираюсь проверять, а просто время есть все. А что вы именно здесь стоите? Здесь она где-то ехала, да? База отдыха ушла. База отдыха ушла? База отдыха Куробовые хутора, да? Алкогольное опьянение. Так, она ушла, и что нам нужно сделать? Нам нужно ее максимально быстро разыскать, правильно? Просто сказали, что она может, скорее всего, поехала на Харьков. Поехала на Харьков. Ориентировка по машинам же у вас есть? Нет, по машинам там нет. Я сейчас чуть-чуть постою, все узнаю, все, что так спрашивайте, мне необходимо. Отвечу. Не, я в процессе, ну зачем? Я в процессе. А теперь иди на. А это не моя машина. Напарник ходит, звонит кому-то. Сос. Всю работу срывают. Сос, помогите. Его так и не было, без номера было. Блин, ну именно. Именно прикольная у вас обувь. Нет, ну не так. Она именно прикольная. Аишники раньше красиво одевались, такие джигиты были. Да, было красиво. А что это, ну, чистые сявки. Вот реально посмотри. Не надо оскорблять. Сявка — это оскорбление? Ну,
Это же не такое слово какое-то. Не... Ну вы же не считаете себя за сявку? Нет. Почему не реагируете на него? Так вы же мне это говорите. Чего вы взяли? Я что, вашу фамилию назвал? А. Вы подскажете, почтовый бор, куда ехать? Это он и есть. Дальше. Батос. Ладно, мужики, работайте, все. Я не отвлекаю. Жезл хоть возьмите, ну, чтобы показать хоть работу, елки-палки. У одного есть, у другого нету. А, бых, ну это хорошо. Вот машина едет, давайте ее остановим. Ну ладно, хорошо. Ждем автомобили, которые едут на Харьков. Да стойте возле напарника, прикрывайте его. Я стою. Давайте я на расстояние отойду. Давайте я вообще туда отойду и буду со стороны вас снимать. Вернее, ой, забыл, не снимать, фиксировать. Снимаю проституток на дороге. Именные номера? Да я не знаю, это ж не моя машина. А че? Но я беру у товарища кататься. Так как у меня нет возможности приобрести себе автомобиль. Вот, едет, все, она на Харьков едет, ребят. Давайте, останавливайте. Ля, сколько их поперло. Посмотрите, джекпоты поехали. Нам на узловой площадке еще будет. Конечно, он позвонил, конечно, взял задание. Господи. Какое? Как я могу взять задание? Все, давайте, езжайте. Видео посмотрите концовку. У мусору попадос. Если в деле водос, будет заместный закос. Эй, мусор, лови разнос. Мусору попадут, если в деле водос, будет заместный закон. Ну вот пример того, что полицейские стояли только с одной целью — найти какого-нибудь водителя, который едет, тем более праздники, едет в соды. А едет какой он? Правильно, выпившим состоянии. Но запомните одно: пьяными садиться за руль категорически запрещено, потому что пьяный водитель — это преступник, который может совершить преступление по своей халатности. Поэтому, друзья, вы видели сами, как себя вели полицейские, как они врали, врали на камеру, что у них какое-то задание под шумок, естественно. Они не ожидали меня здесь увидеть, но я как чувствовал, что нужно свернуть сюда. Пожалуйста, джекпот. Полицейские, фамилии вы их знаете, поэтому если их увидите, показывайте им видео, пишите нам в группу «Надзор Харьков», ссылочка в описании. Пишите мне в Инстаграм, пишите мне на электронную почту, пишите куда угодно. И будем максимально вам помогать. Поэтому, друзья, как-то так, я поехал дальше. Ну, а вы знаете, что делать. Ставим лайки, подписываемся на каналы. Всем хорошего дня. Алло, водос? Не, ну если я нарушил, то отвечу по закону. За поступки надо отвечать, косить не вижу я резона. Но законы мусора несовместимы, даже противоречивы. Главное, терпило.